Приветствую вас, Алена. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Итак, вы пишете о том, что с молодым человеком вы 2 года, что все было нормально, какие-то бабочки в животе были, но сейчас желание пропадает. И у вас что, нет потребности в том, чтобы человек вас трогал. И иногда вы думаете, что он вообще не ваш человек, но не можете уйти, потому что он вас любит. А бывают моменты, когда вы чувствуете его своим. Я думаю, что связано это отчасти с тем, что вы слишком сильно на непосредственно человека обращаете внимание и меньше на себя. Вот. То есть проблема в этом, на мой взгляд. Вы не идете куда-то вместе, ну, с мужчиной, например, да, со своим. Именно вот вместе куда-то вы не идете, а речь идет как раз-таки именно о том, что речь идет как раз о том, что вы ну, грубо говоря, с ним хотите. И волнует вас, ну, вероятно, именно отношения. Вот. В большей степени, чем вы сами. И чем ваш интерес, например, которые, между прочим, очень сильно важны и на которые, между прочим, нельзя просто закрывать глаза. Вот. Но у меня есть подозрение, что именно это вы и делаете. То есть у меня есть подозрение, что как раз такие вы и закрываете глаза на то, что является вашим, и больше внимания уделяет именно отношениям. И в таком случае возникает, конечно, вот подобного рода сложности, подобного рода трудности. Вот. Вне всякого сомнения. Тут, конечно, надо еще смотреть на то, что вы вкладываете в, ну, свою симпатию, да, то есть, что такое симпатия для вас. Вот. Какое значение молодой человек для вас имеет, ну и так далее. То есть это вот тоже такие достаточно важные моменты, на которые нужно обратить внимание, чтобы лучше понимать
ситуацию. Вот. То есть, что вас связывает с молодым человеком? Что у вас общего с молодым человеком? Ну, вот это, вот это, вот это, вот эти моменты, они очень важны. Вот. А сейчас, если у вас этого нет, вот этого понимания, да, то, соответственно, будут определенные сложности. Ну, у вас будут определенные сложности с поведением в отношениях. Вот так. Чтобы в этот момент, да, чтобы разобраться в себе, да, то есть, если вы хотите разобраться в себе, вот, то тут очень важно поисследовать чувства ваши. То есть не просто вот как сейчас вы описали некую вот проблему, да, и все. А именно разбирать ваши чувства. Вот. Исследовать их. Это крайне важный момент. Так что выбирайте, выбирайте себе психолога и начинайте исследовать свои чувства. Можно, в принципе, и пригласить вашего мужчину для того, чтобы еще лучше разобраться в тонкостях ваших отношений. Вот. Но я думаю, совершенно точно вам, вот чего вам делать не нужно, да, совершенно точно, это быть с человеком из какой-то вот такой жалости, что ли, потому что если вы будете с, ну, если вы с мужчиной из жалости, вот, то ничего хорошего из ваших отношений не получится, к сожалению, потому что жалость, она подразумевает такое вот, я бы сказал, возвышение. Вот. Я не думаю, что вам хотелось бы, чтобы ваши отношения складывались таким образом. Вот, поэтому такой ответ я могу дать. Надеюсь, что это было вам полезно. Желаю всего самого доброго и удачи.